Всем добрый день. По просьбам подписчиков сегодня мы заснимем несколько, сделаем обзоров домов, где люди жили в нашем городе, в этих домах. Перед нами гостинка Свердлова 51А. Вот так он сейчас выглядит. Пусть посмотрят, что-то изменилось, может быть, что-то нет. Вспомнят, как они здесь жили, гуляли. Пойдемте просмотрим дальше. Здесь вот на первых этажах уже все заложено камнями, имею в виду кирпичами. Давайте зайдем просто, тут уже мусор. Так, дверей в подъезд нету. Да, туда уж не буду подниматься, сами этажи, в подъезды. Просто обойду, покажу. Сейчас спина мокрая. У меня-то? Ну, так что делать-то? Снег идет сегодня очень сильный. У нас зима. Да, вон тут люди живут, даже и стекла все сломаны. Ну, есть и хорошие вот люди живут. Разный контингент. Также сниму с Свердлова 51, который вот за ним гостинка стоит. А? Так, кулинария. Вот так она так здесь все еще и существует. Тоже дверей где-то даже у подъездов нету, да? Да. Ну, раньше, конечно, много лет здесь назад по-другому все было. И двери были. Свердлова 51. Тоже гостинка.